конце 19 века Россию захлестнуло модное иностранное поветрие. Высший свет собирался в салонах для проведения сеансов спиритизма, или, как его еще называли, столоверчения. Путем нехитрых манипуляций на связь с медиумами выходили представители потустороннего мира. По инициативе Дмитрия Менделеева в 1875 году была создана комиссия для изучения медиумических явлений, в состав которой вошло 12 ученых. После 19 заседаний 2 апреля 1876 года вышеозначенная комиссия составила заключение: спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие. Этот вывод Дмитрий Менделеев вскоре обобщил в брошюре под названием «Материалы для суждения о спиритизме». Чуть ниже названия было написано, что средства от продажи брошюры будут использованы для создания большого аэростата для изучения метеорологических явлений, давая этим понять, что предсказание погоды должно иметь под собой научную базу. Днем 2 апреля – переменная облачность. В утренние часы возможны незначительные осадки. Температура воздуха от 11 градусов в Мариуполе до 23 в Краматорске. Южный ветер 9-14 метров в секунду. Ночью малооблачно. Температура воздуха понизится до 8 градусов. Ветер южный 6-9 метров в секунду.